Серафимовича 7А. Девятиэтажный панельный дом 1968 года постройки. Входы в парадные выглядят неплохо, установлены домофоны. Места для парковки есть, но их недостаточно. В доме расположены магазины, отделения банков. Довольно просторный зеленый двор. Есть детская площадка. Рядом находится школа, детский сад. Ближайшие станции метро Левобережная и Дружба народов. Недалеко, на берегу Днепра и Русановском канале, есть зоны отдыха. Состояние дома удовлетворительное.